Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванша-калпатару-васа-кипа-синду-бевача Патитананг-пабу-небха-вишна-вибхё-намо-намаха Мукам-кароти-вача-ланг-пангунг-ланг-хетигирим Ят-кипа-тамаханг-банди-парама-нанду-мадвам Бринда-вай-ту-сидеп-вай-пи-а-вай-кесва-сача Шнабхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Шанкиртане кишна катху падеш Гаурия патрашо пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дхиям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панутапалья Бхавадхипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимапигапаваду Свадарши Пурнану Рагара Сосагара Сарамурти Сарадхикама и Кадам Кипам Пуруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама-р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 ама
Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram. Ajanulambita bhujau kanaka budhato, Sankirtanai kapitaro kamala yataksho, Vishambaro dijavaro jugadharma palo, Bande jagat priya karo, karuna bhataro, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Pad Pankajam, Sura Surair Vandito Diparupam, Bhuktin cha muktin cha tada sinitam bhavanurupen sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamananga madapuharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham
Bhagishajusho Badane Lakshmir Jasacha Bakshashi Jasyasthihide Sambhid Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Bhiddate Hidaya Ganti Chiddante Sarva Sanchaya Khyante Chasya Karmani Drishtanevatmanishvari Bhiddate Hidaya Ganti Chiddante Sarva Sanchaya Khyante Chasya Karmani Drishtanevatmanishvari Gauriya Goshtipati Гаудин Гуртхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джаган Гуру сказал, спасти обусловленную душу из оков майя невероятно сложно. Гаудин Гуртхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Шрила Прабхупада сказал, что обусловленную душу крайне сложно спасти из океана Майи и занять преданным служением настолько сложно, можно сказать, совершенно практически невозможно. Обычным людям это непонятно. Непонятно, почему это настолько трудно. Так происходит, потому что их мышление не может достигнуть трансцендентного уровня. Их мышление ограничено. Любая обусловленная душа мыслит в определенных рамках. Ее представление о жизни в этом мире ограничены. Но концепция гуру и вайшнавов, мышление гуру и вайшнавов безгранично и может и достигает лотосных стоп Анантадева. И тот, кто выступает против гуру и вайшнавов, ему придет конец. Кто может осознать, почему обусловленную душу так сложно спасти? Люди думают, что тот, у кого есть деньги, может излечить любую болезнь. Но здесь, в материальном мире, мы заняты поиском временного блага. Пытаемся сделать благоприятным, то есть успешным свое пребывание в этом мире. Но гуры и вайшнавы думают о нашем трансцендентном мире. И без гуру и вайшнавов, никто, кроме гуру и вайшнавов, не может принести абсолютное благо обусловленной душе. Полубоги не могут сделать это. Полубоги лишь наделяют нас тем, что мы просим их. Если мы просим о чем-то полубога, поклоняемся ему, он исполняет наши материальные желания, но совершенно не несет за нас никакой ответственности. Что будет с нами после того, как мы получим то, чего так жаждали?
But Bhagavan and Guru Vaishnava is not like that. Но Бхагаван, Гуру и Вайшнава совершенно не такие. Если вы попросите о чем-то Гуру и Вайшнавов, они оценят ситуацию и поймут, пойдет ли вам это на благо, и, а если нет, то откажут. No demigod, no demigod, no father in this infinity universe. Никакой полубог в этой вселенной не может поручиться, что мы обретем высшее благо. Полубоги просто исполняют наши материальные желания, не думая, совершенно не думая о нашем благе. Кто-то, допустим, юноша молится о том, чтобы определенная девушка вышла за него замуж. Но что? Его, полубог исполняет его желание, но что с ним будет после этого? Полубогов совершенно не интересует. Как один человек, который живет по соседству с Гошалой, поклонялся кому-то из полубогов. И в конце концов смог выдать, женить своего сына. Но всего спустя пару месяцев после свадьбы девушка покончила жизнь самоубийством. И полиция арестовала его сына. Когда я узнал о случившемся, я подумал, что именно поэтому гуру и вайшнавы не исполняют наши материальные желания, поскольку они приводят к таким страданиям. Главная наша проблема в том, что мы пытаемся сделать свою жизнь стабильной. Но это совершенно не свойственно материальному миру. Здесь нет никакой стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Никакие усилия, никакие ваши деньги не смогут принести вам благо, если на то не даст своей воли Господь, своего благословения Господь. Обусловленная душа может многого хотеть и многое планировать, но пока Господь не санкционирует это, не благословит, этого не произойдет. Именно поэтому в Гите Бхагаван говорит: кто-то постоянно поклоняется мне, думает обо мне. It is my responsibility to protect whatever they have and to give whatever they need. Я беру за них ответственность, защищаю то, что у них есть, и даю им то, в чем они нуждаются. Но поэтому гуру Вайшнавы так умиротворены. Они знают, что я должен просто исполнять свое служение. Если не вы позаботитесь обо мне, так Бхагаван 100% он пошлет мне все, в чем я нуждаюсь. Потому что это его, он несет за это ответственность. Они никогда, вайшнавы никогда ничего не боятся. Они не испытывают страх. Они не молятся Господу о завтрашнем дне. Поскольку Господь, сам Господь, ответственен за их жизнь.
за все, в чем нуждается такой преданный. Поэтому им нет необходимости молить о чем-то Господа. В материальном плане. Господь говорит, все, что у вас есть, я защищаю все, что у вас есть. Все, что у вас есть, я, все, что есть у преданного, я защищаю, и все, в чем он нуждается, я даю ему. А как мыслят полубоги? Вы попросили, а я исполнил ваше желание. Но к чему оно приведет, полубогов совершенно не интересует. Возможно, вы еще не достигли зрелости, и для того, чтобы стать полноценными преданными, должно пройти какое-то время. Тем не менее, вы уже находитесь в списке преданных. Каждое ваше действие, что бы вы ни делали, должно совершаться под руководством Гуру и Вайшнавов. В противном случае вы сами забрасываете себя в океан страданий. Все, что бы мы ни делали, должно быть под контролем Гуру и Вайшнава. Мы хотим быть под контролем Высшей Истины, под контролем Гуру и Вайшнавов. В этом мы видим полное счастье. Но проблема в том, что нам кажется это чем-то негативным, но на самом деле настоящее счастье заключается в том, чтобы находиться под полным руководством Гуру и Вайшнавов. Если мы уклоняемся от этого, мы сами привлекаем проблемы в свою жизнь. Иногда мы видим, что преданные сталкиваются с проблемами, и точно так же с ними сталкиваемся мы. Но не думайте, что это одно и то же. Нам кажется, что те трудности, с которыми сталкивались Панчапандавы, ничем не отличаются от проблем, которые были у Дурьотханы. На самом деле, проблемы, с которыми столкнулись Панчапандавы, были посланы самим Бхагаваном для того, чтобы проверить их. И так или иначе, они находились под защитой Бхагавана. И с ними не могло произойти что-то странное, что-то страшное. Однажды во время парикрамы в Мамгаче был разбит лагерь преданных, когда Прабхупад приехал туда для того, чтобы убедиться, что все приготовления к фестивалю были сделаны. Местные жители, один местный землевладелец, после приезда Шрилы Прабхупады подал заявление в полицию. Сказал, что у него было похищено какое-то имущество, и наверняка это сделал именно Прабхупад. Когда новости об этом распространились, один другой крупный землевладелец с той же местности пришел в полицию и сказал: «Пишите, я хочу сделать заявление. Пруд, который находится на моем участке, своровали».
полицейский был поражен. О чем вы говорите? Как подобное возможно? Полицейский был озадачен. Такой богатый человек пришел и заявляет подобное. Богатый, уважаемый человек. И он добавил, так вот, то, что вы утверждаете, что Прабхупад мог что-то своровать, точно так же невозможно, как невозможно своровать пруд. Это гуру и вайшнавы не переживают ни о чем. Они просто воспевают славу Господа. Я бы в любой момент мог оставить свою прежнюю жизнь и спокойно уйти в уединение, где я мог бы повторять харинам, спокойно повторять харинам. Но почему я не делаю этого? Потому что сейчас я исполняю наставление моей Гуру Варги, то есть то, что поручила делать мне моя Гуру Варга. Итак, те проблемы, с которыми сталкивались Панчапандавы, в действительности проблемами не являлись. Это просто устройство йога-майя, которое проявляло, показывало славу преданных Господа. Вспомните, Кунти-деви сама молила о проблемах. Бхагаван, пожалуйста, пошли мне проблем, пошли мне трудностей. Проблем? Ты хочешь страдать? Недоумевает Кришна. Да, говорит Кунтия. Потому что когда я сталкиваюсь с трудностями, я помню о тебе. А если ты пошлешь мне спокойную жизнь, я могу забыть о тебе. Сейчас все позади. Все враги побеждены. Битва на Курукшетре завершена. И теперь у вас все в порядке, говорит Кришна. Нет, говорит Кунти. Сейчас проблемы только начались. Настоящие проблемы начались только сейчас. Сейчас мы находимся... Наша жизнь стала такой благополучной, что мы легко можем забыть о тебе. Вспомните, я часто повторяю эту шлоку. То, что вы воспринимаете как проблемы, проблемами на самом деле не являются. Проблема в том, как, проблема заключается в том, что мы забываем о Господе, что мы не способны памятовать о Нем. Если в момент смерти я не смогу памятовать о Кришне, какой смысл во всей моей деятельности, которую я совершал на протяжении жизни?
Можно построить 1000 храмов, завести сотни учеников, но если в момент смерти вы не сможете памятовать о Бхагаване из-за оскорблений, которые совершили, если вы не сможете памятовать о Бхагаване, хоть, может быть, вы всю жизнь не совершали так называемый баджан, все это бессмысленно. Вся жизнь окажется бессмысленной. Если вы не сможете памятовать о Бхагаване в момент своего ухода, ваш баджан определенно не был подлинным, истинным. Сколько бы храмов, сколько бы пожертвований вы не собрали, итак, панча-пандавы никогда не считали, что они действительно претерпевают какие-то трудности. Что бы ни происходило в их жизни. Вспомните, однажды Дурваса пришел к ним и вместе с 10 000 своих последователей и захотел принять просад в их доме. Они были практически нищими, у них ничего не было. Но Дурьотхана устроил все именно так, чтобы Панча Пандавы получили проклятие. Однако у него ничего не вышло, потому что Бхагаван был на их стороне, на стороне пандавов. Точно так же, если мой Гуру Дев защищает меня, если он на моей стороне, если весь мир восстанет против меня, для меня это не имеет никакого значения. Для меня имеет значение, чтобы Прабхупад, Шрила Гуру, мой Шрила Гуру Дев, продолжал проливать на меня свою милость. Кришна создает проблемы, создавал проблемы в жизни панчапандов и в то же время давал наставления. Однажды он сказал: «Следуйте Пурушоттама врате». И тогда вы избавитесь от всех трудностей, с которыми вам приходится сталкиваться. В точности следуйте всем наставлениям вместе с Пурушоттама. И не думайте о результатах, потому что результаты зависят исключительно от Бхагавана. Об этом он сам говорит в Бхагавад-гите. Результаты, которые вы получите от своей деятельности, зависят только от меня. Все, что вы должны, так это исполнять свои обязанности. You think your problem is same with Panchapanda. Five songs, come on. Five songs of Panchapanda. Вы думаете, что у вас проблемы в жизни, но подумайте сами. Пять сыновей Панчапандавов были убиты в одну ночь. Однако они не жаловались Кришне. Сравните себя с Панчапандавами. Панчапандавы никогда не жаловались Кришне. Они никогда не говорили, что ты же якобы помогаешь нам, почему подобное произошло с нашими сыновьями. Они полностью предались. Они принимали все, чтобы не послал нам Господь. Если, когда мы предаемся Господу, мы думаем, все, что бы ты ни послал нам, я приму. Хочешь послать мне что-то плохое? Хорошо, будь по-твоему. Ashrishva Vadaratam Pinastuma Madarsanan Marmahatam Karduva Jatha Tathava Vidura
Ты мой Господь. Ты мое сердце. Я приму все, чтобы ты не уготовил меня. Я не стану жаловаться. Итак, проблемы, с которыми сталкиваетесь вы и с которыми столкнулись Панчапандавы, не одно и то же. Поскольку в их случае действовала Махамая, а в нашем случае Майя. В их случае это была йога Майя, а в нашем случае материальная Майя. Итак, освободить обусловленную душу от Майи ужасно сложно. Настолько сложно, что никак не описать словами. Обусловленная душа постоянно погружена в трудности. Потому что у нее даже капли предания нет. Нет предания Господа. Наша карма подобна пауку. Который плетет паутину. Если вы пару месяцев не станете заходить домой, обнаружите, что там образуется много паутин. И вы, точнее, вы, как паук, вы рождаетесь, и поскольку не принимаете прибежище Гуру и Вайшнава, создаете, плетете паутину своей жизни. И сами же оказываетесь пойманы в эту сеть, в паутину. Вспомните, в прошлый раз я говорил, что Майя Деви постоянно хочет сфокусировать вас на наслаждениях. Она показывает, смотри, какие замечательные наслаждения, но она не показывает то, что произойдет после них, то, к чему они приведут, конечный результат этих наслаждений. Пока в нас преобладает настроение наслаждения, проблемы неизбежны. Какой вывод вчера я произнес, сделал после предшествующих дней Харикатхи? Помните, о чем я говорил? Анья-билаш опасен. То есть желания, материальные желания приводят нас в опасные ситуации. Но отсутствие желаний дарует нам полное умиротворение. Я чувствую, что это благословение, когда нет времени принять прасад, когда такая занятость харикатхой. Если на вас обрушится, я знаю, что вы богатые, у вас есть миллионы долларов, но это ваше проклятие. Конечно, вы не осознаете этого. Ваша проблема в том, что вы полагаетесь на силу денег, на могущество денег, а не на могущество баджана. И совершенно очевидно, что ваши деньги — не что иное, как проклятие, никак не благословение. Что есть благословение? Вспомните, когда Триданди Саньяси лишился абсолютно всего, он осознал, сейчас Бхагаван наконец-то доволен мной.
Иногда для того, чтобы объяснить какую-либо сиддханту, мне необходимо уходить в сторону, приводя разные примеры. Бхагаван наверняка доволен мной. А иначе почему бы все это со мной произошло, думал этот саньяси. Всю жизнь мне не было возможности задуматься о бренности жизни. Но теперь я вижу все, как оно есть. И, конечно же, это благословение Бхагавана. То есть таким образом он принял, казалось бы, большое материальное несчастье. Его семья прогнала его из дома, выгнала его из дома, лишила всех денег. Но вместе с этим к нему пришло отречение. Так вот, когда подобное подлинное отречение появится у вас, я не говорю о отречении Майяваде, их отречение нельзя назвать настоящим. Я уже объяснял, что агьяна и гьяна приведут вас к проблемам, как агьяна, так и гьяна. Если она не под руководством Бхакти-деви. Так вот, и благочестие, и греховная деятельность создают проблемы. Будете грешить, получите результаты, точно так же, как если будете совершать благочестивые дела. Что бы вы ни делали, приносит свои результаты. Вам придется пожинать их, вам придется нести ответственность за свои поступки. Сделали что-то нехорошее, придется страдать. Сделали что-то хорошее, точно так же придется пожинать материальные плоды этого. За грехи приходят разного рода болезни и другие страдания. Но за ритуалистическую, благочестивую деятельность также придется столкнуться с материальными плодами. Преданный не заинтересован ни в благочестивой деятельности, ни в греховной. Потому что он прекрасно знает, что оба пути ведут к страданию. На самом деле, даже на адских планетах есть наслаждение. Мы даже здесь можем увидеть проявление ада. То есть здесь есть, в этом мире есть места, где как в аду. В раю можно наслаждаться. Там нет ни болезни, нет недостатков тела. Тела совершенные. Но так или иначе,
все это материальные плоды. Ни греховной, ни благочестивой деятельностью вы не сможете обрубить оковы материальной сети. Лишь приняв прибежище возвышенного, подлинного, преданного, вы сможете сделать это. Кришна в отношении к того, кто действительно может помочь нам. Говорит, дальше мы будем обсуждать это. Порой бывает так, что положение гуру более плачевное, чем положение ученика. Я знаю, что вам сложно в это поверить, но этому есть доказательства в шастрах. Ну, как правило, людям до этого нет никакого дела. Они просто повторяют Хари Кришна. Они не понимают, что есть хорошо, что плохо. Но одно, что необходимо помнить, так это когда у вас появится настоящее отречение, у вас проснется сверхразум. Когда от своей любви к Бхагавану вы сможете ощутить нежелание наслаждаться материей, почувствовать отвращение к наслаждениям, у вас проснется сверхразум. Вы сможете четко видеть результаты любой деятельности. Это уже не материальный интеллект, это интеллект духовный. Духовный разум. Постарайтесь глубоко размышлять над тем, что я говорю сейчас. Не забывайте об этом. Если вы забудете, то всему придет конец. Вы просто погрузитесь в материальную жизнь, в погоню за деньгами. Итак, сейчас я хотел бы обсудить то, как дживатма создает паутину, в которой сама же оказывается. Сама же запутывается. И кого обвинить в этом? Кто в этом виноват? Шримад Бхагаватам говорится, принимая прасад, пережевывая прасад, я внезапно прикусываю язык, и у меня начинает идти кровь. И кого же винить в этом? Мы что, в суд пойдем, подадим на кого-то? Подадим на кого-то в суд. Конечно же, нет. Точно так же наши действия. Мы просто страдаем за свои же собственные поступки. Язык можно сравнить
can be compared with a big sadhu. Such a big sadhu we have never seen. Sadhu. Tongue can be compared with big sadhu. С продвинутым саду. С настолько продвинутым. Нам сложно представить. Мы после принятия пищи, до принятия пищи, моем руки, но язык нам мыть не нужно, он всегда остается чистым. Язык, то есть гуру, постоянно окружен врагами. Язык находится в окружении зубов, а саду постоянно подвержен нападкам врагов. Об этом говорит и Прабхупад. Во время Прабхупады было много тех, кто хотели его смерти. Точно так же, как в случае с Рамануджа Ачарьи. Почему саду не любят? Потому что они говорят абсолютную истину. Если бы они шли на компромиссы, все бы выражали им почтение и любили их. Как только вы начнете говорить об абсолютной истине, люди, это заставит людей увидеть правду, которая очень нелицеприятна. Поэтому все предпочитают просто игнорировать ее и подвергают нападкам саду. Самые продвинутые обманщики одевают одежды саду. И при помощи этого вводят в заблуждение, обманывают весь мир. If you are going to make dealing with some ordinary people, I can take you, contact them, they can let you. But they are devotees, that's why they can. Даже обычные люди, обычные материалисты не стали бы вас обманывать, но это делают преданные, так называемые преданные. Go and die. Why you are coming to me? Go and die. Jump into fire. International cheater. Интернациональные обманщики. Нарядившиеся в одежды саньяси. Никакой материалист не стал бы вести себя так, как порой ведут лже-саду. Так вот, обычные люди, обычные материалисты в этом плане гораздо лучше. Они просто материалисты, а лже-саду — оскорбитель. А что вы сможете сделать? Как вы сможете восстать против такого обманщика? Вы ничего не сможете сделать, поскольку он располагает деньгами и легко может подкупить кого угодно. Подкупить полицию и так далее. Итак, наш язык окружен врагами в виде зубов. Точно так же, как врагами окружен,
саду. Общество почитает тех, кто готов идти на компромиссы. Но когда, как только саду начинает говорить о подлинных наставлениях Прабхупады, общество подвергает его гонениям. Вновь и вновь подобное происходит и в моей жизни. Как только я начинаю говорить о наставлениях Прабхупады, все хотят прогнать меня. Каждый из храмов. Я говорю Харикатху лишь по желанию моей Гуру Варги. Но куда бы я ни приходил, в какой бы храм я ни приходил, они, как только я начинал говорить о Прабхупаде, они стремились прогнать меня. Итак, на протяжении жизни у меня было полно проблем. И я не понимал, что я сделал неправильно. Но теперь я четко вижу, что все эти трудности были ничем иным, как благословением Нитянанды. И эти трудности, с которыми я сталкивался на протяжении жизни, дали свои плоды в настоящее время. То есть сейчас я занимаю незначительное положение, но у меня есть возможность говорить Харикатху. И таким образом эти проблемы стали благословением для меня. Итак, зубы, враги. Саду, окруженный врагами, никогда не восстает против них. Например, когда у вас происходит какое-нибудь воспаление на десне, язык может То есть языком можно ощупать это место, можно как-то снизить боль при помощи прикосновения языка. И точно так же саду ведет себя, в каких бы обстоятельствах он ни оказался, каким бы трудностям он, с каким бы трудностям он ни сталкивался, каким бы гонением он ни подвергался, он продолжает вести себя как саду. Вести себя как подлинный святой. Люди могут хотеть желать его смерти, даже принимать попытки убить его. Но благодаря поведению саду, даже его враги в конце концов осознают неправильность своих действий и приходят просить прощения. Помните, я рассказывала о Сиддханте Госвами Махараджа? На его примере четко видно, какова природа подлинного саду. Сиддханте Махарадж предупредил саньяси, который был учеником Бхакти Вивек Бхарати и Госвами Махараджа, но впоследствии принял саньясу от него. То есть хотел указать ему на его ошибки. Он вновь и вновь повторял: «Ты получил саньяс, не ходи к той вдове, не ходи в ее дом». Но тот не слушал. Где-то два или три таких саньяси было, которые вступили в отношения с женщинами. И однажды Махарадж настолько
То есть Махарадж пытался, сорвал саньяса Вешу с этого своего саньяса ученика и сказал: ты не смеешь носить саньяса Вешу. Сейчас нет в этом мире ни Гора Кешардас Бабаджи Махараджа, ни Санта Госвами Махараджа. Нет того, кто бы поставил тебя на место. Снимай одежды саньяси и иди, куда ты хочешь. Что происходит? Когда вы говорите абсолютную истину, когда вы говорите правду, вас могут убить за эту правду. Но Сиддханта Махарадж бесстрашно указал этому саньяси на его серьезные ошибки. Он сказал: у тебя нет права носить одежды саньяси. И в ответ этот саньяси и несколько других решили отомстить Шриле Махараджу. Однажды во время картики Махарадж спал, ночью спал, укрывшись одеялом. Вайшнавы ведут простой образ жизни, и он даже не закрывался. Что ж говорить, вайшнавы хранят деньги в пластиковых пакетах. То есть, ну, так вот, этот человек решил убить Шрилу Махараджа. Он пришел с кинжалом, секирой, и подошел к Шриле Махараджу и хотел. Отрубить ему голову. Он сделал это и тут же убежал. То есть он... Но Махарадж проснулся и увидел, кто это был. Четко увидел, кто это был. Они не знали, то есть они прекрасно знали, что он, Махарадж всегда спал головой в определенную сторону. Но в эту ночь он, по желанию Господа, лег в другом направлении, головой в другом направлении. Поэтому пострадали лишь ноги Махараджа. Они порезали его ноги, хлынула кровь. Преданные пошли в полицию. Этих саньяси поймали, привели в суд. Начался суд. И тогда сказали: посмотрите, Махарадж, вот на этого подсудимого посмотрите, это он вас хотел убить. Махарадж с глубочайшим состраданием взглянул в лицо этого саньяси и сказал: нет. Полицейский удивился: ну его же поймали, как это, о чем вы говорите, это же он. Это он убийца. Нет, сказал Шрила Махарадж. Точно так же, то есть, я знаю, что те, кто воровали когда-либо что-либо у меня, наказание должен давать Бхагаван. Я не вправе наказывать их. Итак, поведение Шрилы Махараджи ясно показывает, кто такой саду. Стандарты саду. Несмотря на то, что сделал этот падший саньяси, Шрила Махарадж с
спас его, не стал обвинять его. Итак, природа саду заключается в том, чтобы заботиться о вас по-настоящему. К примеру, Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, один баба, который получил саньясу от Прабхупады, захотел сместить Мадхава Госвами Махараджа, захотел прогнать с читания Мадха Шрила Мадхава Госвами Махараджа, который в то время занимал пост ачарьи. Шрила Мадхава Госвами Махараджа и всех его учеников. И он устроил все так, что все ученики Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа собрались и поехали в определенное место. И, то есть, он сделал все так, что они покинули этот матх. Но когда этот же Махарадж оставлял тело и тяжело заболел, он обратился к Шриле Махараджу для того, чтобы он помог ему, попросил о помощи. И Мадхава Госвами Махарадж сказал Бхарати Госвами Махараджу: «Я прошу тебя, пожалуйста, позаботься о нем должным образом. Я не смогу простить тебя, если он будет в чем-то нуждаться, и ты не исполнишь его желание, его просьбу». Какие бы трудности вы не создавали саду, какую бы вражду не питали к нему, саду легко забывает об этом, он не воспринимает это серьезно и легко прощает вас. Легко прощает. Такова природа саду. От кармы невозможно избавиться посредством кармы. Предположим, вы совершаете какое-то действие для того, чтобы... положить конец карме. Но на самом деле любое ваше действие ведет за собой последствия, то есть ведет за собой те или иные плоды, с которыми вам придется столкнуться, которые придется пожинать. Каждое действие порождает карму. Это своего рода цепочка, цепочка кармы, которая образует с собой целую сеть. Так вот, нет решения наших проблем в карме, в пределах кармы. Решили одну проблему, появилась другая. Решили другую проблему, третья, четвертая, пятая. Такова природа кармы. Один замечательный пример этому. Индра Махарадж, царь райских планет, гордо сидит на своем троне, считая себя императором всего мира. Вы хотели бы стать царями? Я не хотел бы, потому что я прекрасно знаю, каким результатом это приведет. Я поэтому и не хочу больших денег,
все, что приходит ко мне, я сразу же задействую в служении. Я не хочу никаких денежных сбережений, потому что прекрасно знаю, что они принесут с собой проблемы. У меня даже нет места, где я мог бы хранить их. Поэтому прекрасно знаю, что все, в чем я нуждаюсь, Бхагаван пошлет мне, а что не пошлет, мне не нужно. Все титулы, все... Все... Все титулы, которые есть в этом материальном мире, порождены Майей и только ей. Я царь, я президент Америки. Я глава такой-то организации. Очевидно, что все эти титулы созданы Майей. Но к чему нам надо стремиться? К титулам, полученным от Бхагавана Чайтанья Махапрабху. Но это не так-то просто. Это, им необходимо соответствовать. Если Нитьянанда наделилась каким-то титулом, он останется с вами навсегда. Подлинная пратиштха находится под управлением Нитьянанды. Благоприятная пратиштха. Итак, Индра Махарадж гордился своим положением императора настолько, что когда его духовный учитель, его Гурудев, вошел в зал собрания, он даже не встал, чтобы поприветствовать его. В Бхагаватам сказано, что лишь завидев своего гуру, вы должны предлагать ему полные дандаваты. Мы тут же должны предложить поклон, поскольку наш гуру, поскольку гуру — это спаситель. Бхагаван напрямую предстал передо мной в форме гуру для того, чтобы спасти меня. Напрямую он ко мне прийти не может. Поэтому он посылает своих представителей. Именно поэтому положение Радхарани значительно выше, чем положение Кришны. Даже Кришна не может до конца понять величие Радхарани. Поэтому он говорит, я навеки благодарен Радхарани, навеки ее должник. Никогда не смогу отплатить ей, никогда не смогу отплатить Гопи, Маме Ишоды, Нанди Бабе, никому во Врадже, никогда. This formula is only applicable outside, not inside Vrindavan. Inside Vrindavan, this is totally failure. Inside Vrindavan, it is totally failure. Krishna has no power to do it. That's why
Кришна вынужден признаться, что навеки является должником Гопи, навеки является должником Браджаваси. Он говорит, если бы моя жизнь была настолько длинной, как жизнь полубогов, я не смог бы отплатить вам. Поэтому, пожалуйста, я прошу вас, будьте довольны своим величием, своим же величием. Мне вам дать нечего. Мы заняты разными дешевками, заняты испражнениями. Так как можно ожидать, что не сегодня, так завтра мы станем гопи? Санта Махарадж использовал ругательные слова в отношении подобных людей, в отношении тех, кто хотел стать гопи. Он говорил, я сделаю из вас гопи. Сегодня же побью их деревянными сандалиями. Никакого контроля над собственными чувствами. Но хотят стать гопи. Верят в деньги, но не в Бхагавана. Да даже Майявади лучше в этом отношении. Я не собираюсь их прославлять, они очень опасны, но они все равно Майявади лучше, чем лже-саньяси, лже-саду. Они хотя бы задействуют те пожертвования, которые поступают к ним. Но лже-саду копят их, накапливают, не пускают на служение. Они хотя бы открывают школу, совершают какую-то социальную благотворительность. Но лже-саду открывают разные бизнесы. Верят в деньги, другими словами. Не верят в помощь Бхагавана и Гуру. You could speak money is the first God. Who is going to chase you? Nobody there. This is the condition. Money, money, honey. Money, money, money. Sweeter than honey. Деньги, деньги, деньги. Слаще, чем мед. So how they have no relation? How can they speak about real? If at all no relation with you, how you can speak about real? How you can deliver others? Foolish people. So you see. Naraji Maharaj is popped up. Indra Maharaj is popped up. Indra Maharaj возгордился. Конечно же, он должен был предложить поклоны своему гуру. Sitting in the harem with wife Sachi Devi and enjoying whatever function going on. Со своей женой он сидел на троне и наблюдал за. Танцорами, музыкантами. Gurudev, Bhaspati coming. Come on, Gurudev, Bhaspati coming.
наслаждался их пением. И при входе, когда его гуру зашел в зал, он не обратил на него внимания. Конечно же, он должен был остановить праздник, должен был остановить музыкантов, танцоров и выразить почтение своему духовному учителю. Ничего этого он не сделал, и, видя это, Брихаспати понял, мой ученик возгордился. Он просто, произнеся особую мантру, исчез. Они знают особые мантры, когда могут перемещаться, могут внезапно появиться или внезапно исчезнуть, могут наблюдать за всей деятельностью своего ученика. Это йогические ситхи. И полубогам они свойственны. Здесь, в материальном мире, необходимо совершать много аскез, чтобы обрести их. Но мы в мире полубогов, они присущи каждому. И после исчезновения гуру он понял, я совершил огромное непростительное оскорбление. И он начал искать своего гуру, чтобы попросить прощения, молить его лотосные стопы о прощении, но никак не мог найти. Нигде его не было. Итак, он никак не мог попросить прощения. В райских планетах постоянно проводят яги. И он думал, кто же проведет ягью? Ведь мой гуру должен делать это. На кого я могу положиться теперь? Но я оскорбил его, поэтому он ушел. Что же мне делать? Благодаря благословениям гуру я мог противостоять полубогам, но что же будет теперь? Не забывайте, что если в ученике проявляются особые таланты, это происходит по благословению гуру. Поэтому подлинный ученик никогда не станет гордиться, ведь он осознает, что своих заслуг он не имеет. Затем полубоги, посвящавшись, приняли решение пригласить Вишварупу. Он был очень могущественным, совершал аскезы. Полубоги пошли к Вишварупе и обратились к нему. Мы столкнулись с огромными проблемами. Наш гуру покинул нас, и ты, могущественнейший саду, пожалуйста, проведи для нас ягью. Вишварупа согласился. Different
Он начал проводить ягью, во главе сидела Индра. А на месте гуру, на месте Брихаспати сидел Вишварупа. Внезапно Индра увидел, что он произносит сваха, то есть в честь демонов, то есть и на благо демонов эта яги также шла, была направлена и на благо демонов. Его отец был демоном, а его мать была полубогиней. Порой смешание, такое смешение происходит, когда мусульмане женятся с хинду и так далее. Полубоги с демонами. Индра Махарадж, увидев это, пришел в ярость. Он тут же вытащил саблю из ножен и снес голову Вишварупе. Он мог бы хотя бы поговорить, хотя бы спросить, зачем ты это делаешь, не нужно этого делать. Но он так разгневался, не смог совладать с собой, что немедленно убил его. Итак, он совершил огромное оскорбление. Прежде всего, он пригласил Вишварупу как своего гуру, то есть он уже принял его как гуру, как наставника. И таким образом он убил собственного гуру. Во-вторых, Вишварупа был браманом, соответственно, также и грех за убийство брамана был на Индре. Индра был в плачевнейшем положении. Он не понимал, кто теперь поможет ему, как искупить этот грех. Он собрал полубогов и стали совещаться. Риши и Муни, в конце концов, сказали, что ты должен разделить грех за убийство брамана среди на четыре части. Часть возьмут женщины, часть на себя возьмут женщины, часть воды рек и так далее. И благодаря этому Индра был спасен. Деревья также разделили грех. Но отец Вишварупа был
очень зол на Индру и захотел убить его. Убить Индру не так-то просто, поэтому он устроил большую ягью, из которой, из огня которой вышел тот, кто был способен убить Индру. Но отец Вишварупы не знал, что браман, который проводил ягью, не те произносил мантры. На самом деле мантры были правильными, но одно единственное слово, которое было произнесено неправильно. Нужно было на нем сделать ударение, то есть произношение в санскрите — целое искусство. Если вы интонацией выделите не то слово, результат мантры будет противоположным. Он должен был сказать, в мантре должен был произнести, что враг Индры убьет его, но он произнес наоборот. Индра победит своего врага. Одна и та же мантра, но значение меняется. Indra, Shatru, Vivarta. Indra, who is enemy, he get power. Then by the mantra, just opposite thing happened. Vritrasur coming out of that fire. Итак, Вритрасур вышел из огня яги, огромный, высокий. Его голова достигала облаков. И все были уверены, что он сможет убить Индру, но из-за неправильно произнесенной мантры победил все-таки Индра. Состоялась огромная битва, сражение. На протяжении целого года Индра сражался с Вритрасурой при помощи баджры, которая была создана из кости Дадичи Муни. Это долгая история, о которой нет времени говорить в деталях. Это оружие, которое не терпело поражения. Когда битва подошла к концу, стало очевидно, что он вновь совершил грех убийства брамана. Вритрасура был браманом. И вновь он стал искать решение, как избавиться от
этой Апарадхи. И затем в Манасароваре, в Гималаях, там, где находится Кайлас Парват, он принял он принял прибежище. То есть он на самом деле не мог найти себе место, чтобы спокойно даже присесть. И в конце концов он нашел это успокоение, это место, где он был в безопасности, в лотосе, на этом озере, где пребывает Лакшми. Но хотя там было спокойно, не было, совершенно не было пищи. Полубоги тем временем думали, что же делать, райские планеты лишились царя. Так вот, посмотрите, сколько проблем возникло. Итак, одна проблема порождает другую. Вам кажется, что это решение проблемы, но на самом деле само решение представляет собой проблему. Нам кажется, что после долгих раздумий я наконец нашел верное решение, но не понимаем, что это решение и есть проблема. Еще одна проблема. Завтра я продолжу, сегодня времени уже нет. Завтра я подведу итоги того, о чем говорил сегодня. Итак, Бхагаван Шри Кришна говорит. Бхагаван подобен пауку. Avadhut Sanyasi говорит, Бхагаван всемогущ. Для него нет невозможного. Он создал весь мир, целый мир. И при этом не использовал ничего извне. Как паук, для создания паутины не прибегает никаким инструментам. Он использует то, что содержится в нем, при помощи паутины, которая исходит из его нити, которая исходит из его рта, определенного сока из его рта, он создает паутину. Он не прибегает ни к чьей помощи, не использует никакие посторонние инструменты. После того, как паук завершил создание паутины и исполнил свои цели, поймал жертву, он вбирает назад нить, из которой состояла паутина. Точно так же Бхагаван создает это творение, а спустя какое-то время вбирает его в себя. Поэтому в Бхагаватам говорится, Yatro yeno yatu yasu yasma yad yad yatha yada send.
all Bhagavan. You cannot trace out the reason of Bhagavan. Bhagavan is all. Similarly, our Chaitanya Mahaprabhu wanted to Chaitanya Mahaprabhu хотел при помощи рупы, при помощи шабды объяснить шастры. Объяснить грамматику. Он говорил лишь о Кришне, а его ученики недоумевали, что происходит. Прежде он говорил все правильно, а теперь говорит лишь о Кришне. Махапрабху спросил их, вы можете опровергнуть то, что я говорю? So this way, jato urnabhir hridayad urnam santatto battato taya bihitto bhuyosvam grasati eva maheshwara. Like Maheshwara. Maheshwara mean not Mahadev. Maheshwara is the name of Mahadev, but here not Maheshwara. Maheshwara. Как Махешвар, Махаишвар, Бхагаван Шри Кришна. Just like the spider going to make the network, Махешвар, Бхагаван Шри Кришна, так же как паук, который плетет паутину, не прибегая никаким посторонним инструментам, действует точно так же. Создает этот мир, не прибегая ни к чьей-либо помощи, не используя никакие посторонние инструменты. Сам создает этот мир. Это творение для Бхагавана, создано Бхагаваном. Постарайтесь это осознать. И тогда я обещаю, все проблемы мирового уровня, проблемы в преданном служении, то есть проблемы в среди преданных, перестанут существовать. Если бы правители, если бы все преданные признали, то есть стали смотреть на этот мир таким образом, не было бы разделений на разные общества, создалось бы одно объединенное общество, общество Чайтаньи Махапрабху. Но, конечно же, Майя Деви не позволит свершиться этому. Kali also creating problems. Hey, do it. Kali can give you inspiration. Do it. He's doing it. Then he can fight. He's doing it. Fight. Then all. Politics. Kali. Otherwise, Kali cannot get satisfaction. No. It is the nature of Kali. Такова природа Кали, что она сеет раздоры в обществе. В противном случае она не будет довольна, не обретет удовлетворение. Что она делает? Сеет раздор, сеет вражду, провоцирует на грехи, убийства. Я раньше испытывал огромное рвение играть в футбол. Ни отец, ни мать не могли остановить меня, потому что это была моя природа. В этом заключалась моя природа. Я целыми днями играл в футбол. Так вот, это происки Кали. Играть нами точно так же, побуждать нас на что-то. Кали может послать нам прекрасную девушку, деньги, положение. Лишь саду находится... Лишь саду не подвластен влиянию Майя.
Кали может пытаться создать ему проблемы, но у нее ничего не выйдет. Итак, Авадхут Саньяси объяснил, что Бхагаван создает это творение точно так же, как паук. И после того, как творение, существование творения должно подойти к концу, Бхагаван вбирает его в себя и ложится отдыхать. Бхагаван отдыхает на протяжении 4 месяца. Он говорит, что он спит, но он спит не так, как мы с вами. На самом деле он уходит в себя, сконцентрирован внутри себя на протяжении 4 месяца. Now, Avadhu Sannyasa is speaking, one kind of insect there. What is the name I forget? Caterpillar. One is caterpillar. Another I forget. Avadhu Sannyasa говорит о одном насекомом, которое... The room made by that insect, mud, when you catch and throw inside. And the insect is very fearful, going to kill me, going to kill me, going to kill me. But not going to kill, he's going to seal and go outside. He's going to meditate it. Oh, maybe... Заковывает в определенное пространство другое насекомое. Это насекомое испытывает ужасный страх. Она думает, вот-вот он придет и убьет меня. Но на самом деле это насекомое не собирается убивать. Но из-за страха второе насекомое так сконцентрировано на том, кто представляет для него опасность, что само становится, внешне становится, как это насекомое. Перенимает его облик. Going to put inside, and he's going to think, I'm going to die. He's going to confine me. He's going to put me to, I'm going to die. And Anna is thinking about. Due to meditation, finally, that the form of that insect, by whom своего убийцу, it was put into. Это насекомое перенимает его облик. Hey Rajan, that insect going to put another insect into cavity. And going to seal, and due to fear, concentration, going to change, you know. So this way is going to speak that if somebody going to concentrate in something, then he is going to develop that kind. Because in Gita Bhagavan too, Bhagavan speaking, what you are thinking. Таким образом, Бхагаван говорит в Гите, вы перенимаете качество и форму того, на ком вы сконцентрированы. Если вы в момент смерти будете думать о собаке, вам придется в следующем своем рождении принять облик собаки, родиться как собака. Точно так же, как в следующий раз мы поговорим о том, какими качествами должен обладать подлинный гуру и какими качествами должен обладать настоящий ученик.
Также мы поговорим о том, что мы не сможем при помощи своих собственных усилий выйти из подлияния майи и о необходимости отказаться от виде и о виде. Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Рама Рама Хари Хари, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари, Хари Рама Хари Рама, Рама Рама Хари Хари, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Кришна Кришна Хари Хари, Хари Рама Хари Рама, Рама Рама Хари Хари, Хари Бол Хари Бол, Хари Бол Хари Бол, Хари Бол Хари Бол, Хари Бол Хари Бол. Витай Гаур Хари Бол, Хари Бол, Хари Бол, Хари Хари Бол. Гаур Пемананде Хари Хари Бол. If you are not getting enjoyment out of Харикатха and Киртан, если вы не получаете наслаждение от Харикатхи и Киртана, это говорит о том, что Харикатха не подлинная. Подлинная Харикатха меняет сердце, она входит в самое сердце. Каждый день повторяйте Пурушоттама мантру.